Я решил заняться предоставлением услуги избавления от зависимости. Трясу, отделяю от человека бутылку, сжигаю ее на свече. Но у меня получается все наоборот. Мужчина, который должен был бросить, пил, запил еще сильно, плохо себя чувствует. Мама говорит, еще никогда не видела. И раньше сильно пил, теперь каждый день. Не знаю, что делать. С уважением, Александр Петрик. Александр Петрик, у вас, глядя на вас, я могу сказать, что у вас не хватает энергии. Дело в том, что вы должны перевести этого человека в то, чтобы он хотел жить нормальной, счастливой, яркой жизнью. А как же он может перейти, если вы ему дарите свое ощущение жизни, оно у вас не счастливое и не яркое? Для того, чтобы человек мог помочь другому человеку вырваться из ужаса, нужно его перенести в яркость какую-то. Вот вам нужно стремиться к этому. Не старайтесь, эзотерика — это не механика, здесь связано все с чувствами. К сожалению, так. В одном доме читаются молитвы, мантры, как это влияет на нас? Позитивно. Молитвы читает мама каждый день, 80 лет, деменция. Говорить бесполезно, я читаю мантры, эзотерика, вдруг задумалась, можно ли так? Да, можно, все в порядке, и то, и другое между собой. Все во благо, все в плюсы, все дает нам радость, счастье, везение, удачу, успех, добавляет денег, добавляет здоровья, радости, везения и всего остального.